В духовном центре имени пророка Иисы в Мирьму состоялось собрание попечительского совета этой грандиозной стройки. В его состав входят предприниматели, религиозные и общественные деятели Дагестана. В ходе обсуждения говорили о проделанной работе, возводимых объектах и о том, что еще предстоит сделать. Когда собираются члены попечительского совета, это, конечно же, должно быть конструктивно, позитивно, для того, чтобы те работы, которые здесь ведутся, были выстроены правильно, чтобы посмотреть, как проектируется. Ну и, конечно же, посмотреть, хватает ли финансирования и для привлечения новых средств, чтобы они могли обратиться к какому-то кругу людей, к бизнесменам, к людям, которые еще здесь не были и не знают об этой стройке. Рассказать им об этом и показать, что это общая стройка, народная стройка. Вот это прекрасная аллея, вот на берегу будет прекрасный комплекс. Вот это все вместе, это для всех дагестанцев и для всех гостей со всех регионов России и даже, можно сказать, со всего мира. Поэтому мы думаем, что такие встречи будут полезными и конструктивными. Напомним, что строительство духовного центра планируется завершить в 2025 году.